Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk... Итак, всем привет, друзья, с вами Назраль. Сегодня мы будем открывать такие посылки, вот такие ручки. Такая и такая. Только что память кончилась у меня на карточке. Вот такие посылки они шли. Таких штуках. Такие они должны вместе, потому что это от одного продавца. Хорошо упаковали. Вот, попробуем сейчас открыть. Вообще плохо открывается. Это минус, конечно. Но упаковали хорошо, это плюс. Вот. Давно у меня видео на канале не было. Вот такие, вот такой колпачок идет на нее. Ну, такой себе. Типа вот такая ручка. Сейчас проверим, пишет она ли. Сейчас возьмем. Такой. Хорошо пишет, синим. Пишет хорошо. Такая ручка беленькая. Стоила 70 центов. Вот такая первая. Ну, нормально. За 17 дней пришла. Так. Хорошо, вот китаец упаковал. Только наклейку это надо было не клеить такую. Это, я так понял, у китайца магазин свой. И он свой магазин, а тут забирает и продает. Так, опа. Очень даже сложно достать. Вот нереально прям. Вот так. Главное не порезать ручку, не поцарапать. О. Ну это круче, конечно. Еще раз проверяем, пишет ли. Поставим колпачок. Ну вот так пишет. Такие ручки хорошие. Такие две ручки прикольненькие. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока!